Сегодня у нас суббота, уборка. Я не один, вместе с Кокосом. Надо убраться сегодня во дворе. В доме мы уже убрались и решили сделать гриль. Загрилить баранью ногу. Хотел бы сказать, что Кокос нам будет помогать, но это навряд ли. Он будет только мешаться. У меня здесь проблема. Гриль 3 месяца стоял, на улице сыро. И на гриле появилась плесень от жира. Вот видите, это надо будет сейчас все привести в порядок. А он дома не хочет один сидеть. Рвется сюда, хочет мне, ну, по крайней мере, со мной вместе находиться. Что там нашел? Ему со мной веселее, интересней. Самое главное, нам необходимо подмести все листья во дворе. Я хотел замыть двор. А он грязный. Но у нас это не получится сделать. В баке у нас закончилась дождевая вода. Использовать водопроводную воду дорого. Поэтому будем ждать дождей. На прошлой неделе была минусовая температура. Мне пришлось всю дождевую воду слить, чтобы бак не испортить. Сейчас хотелось замыть, а вот дождевой воды нету. Будем ждать, когда наполнятся наши баки дождевой водой. Надеюсь, на следующей неделе у нас минусовой температуры не будет. И у нас все получится. Мы двор помоем хорошо. Помимо этого, хотелось бы помыть еще и гараж. Гараж тоже очень грязный сейчас, пыльный такой стоит. Пойдешь домой? Пока он не мешает, я подмету. Недолго музыка играла. Рвется. Пойдешь? Не может он без меня находиться. Сейчас обдерем последние листья и уберемся. Итак, гриль подожгли. Во дворе убрались. Кокос пошел домой. И это хорошо. А так он мне здесь ходил, мешал убираться. А потом соизволил сам пойти домой. И мы сейчас идем домой, отдохнем немного. Как гриль разгорится полностью, придем сюда и поставим мясо. А он здесь стоит, наблюдает со стороны. И правильно. Кокос, пошли наверх. Пойдем. Наверх, наверх, наверх. Давай, давай, давай. Давай, беги. Беги, беги. Бегом, 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 бегом. Давай, бегом, бегом, бегом. Бегом. Дело по горло. Здесь будешь? А может быть, рядом сядешь? Все, остался доволен. Ребят, иногда у нас нету времени выпускать полнометражные ролики. Особенно в такой период, который предновогодний. У меня много работы на работе, много приходится работать, и времени совершенно нет выпускать ролики. Но вот сейчас появился такой формат, как вертикальное видео. Для нас это проще делать. И таких роликов будет больше. В общем, ребятки, если что, заходите к нам на канал и смотрите вертикальные ролики. Я думаю, будут они выходить чаще, потому что там 20-30 секунд. Для нас это сделать просто, и это делается быстро, практически без монтажа. В общем, они у нас вот здесь находятся, вот в этом формате. Как хорошо быть собакой, обычной собакой. А он продолжает меня облизывать. Постоянно это делает. Здесь сижу, он облизывает. На диване лежу, он меня облизывает. И облизывает, и облизывает. Пока у меня появилась минутка свободного времени, ребят, я прокомментирую некоторые ваши комментарии и отвечу на некоторые ваши вопросы. А потом мы идем жарить баранью ногу. Со мной будешь сидеть? Ну что сидим? Кого ждем? Давай, Кокос, бегом!
Давай. Вот такая у нас часть верхняя бараньей ноги. И мы сейчас отправляем ее в гриль. Ох, как жарко. Почти 250 градусов. Сейчас немного сбавим температуру. Сделаем небольшую корочку и начнем томить. Сюда хочет. Пусть лучше дома сидит. На улице влажно и грязно. Двор грязный, не замытый. Когда помоем, тогда выпустим. Беги какой. А то пока дождешься, просто консервой перекуси и все. А это еще не скоро.